По поводу Олимпиады, я еще раз хочу сказать, что я считаю, что эта Олимпиада делается не для государства, не для зрителей даже, а для тех сотен людей, которые, в отличие от нас с вами, которые стоят, одни снимают, другой бла-бла-бла занимается, да, 4 года реально готовились, работали, превозмогали себя, доходили до какого-то предела и шли дальше. Я имею в виду спортсменов. Для них это важно. Поэтому пытаться найти в Олимпиаде какие-то... А, они там что-то построили, значит, это они что-то своровали. А, и они не своровали. А это для того, что... Да это вообще, говорят, для спортсменов делается. То, что там, помимо всего прочего, останутся какие-то объекты спортивные, ну, тоже понятно, тоже очевидно. Говорить о огромных тратах... Не знаю, я не видел, что называется, документы, не смотрел. Не верю ничему, что говорят в интернете, как в одну, так и в другую сторону. Но знаю, что для любого государства Олимпиада – это не детский праздник. И, конечно, затратная вещь. Другое дело, что можно уметь потом эти затраты как-то покрыть с помощью, там, не знаю, атрибутики и так далее, и так далее. Тут тоже нужны какие-то экономические правильные решения, подсказать которые я не могу. Но Олимпиада – дело важное, прежде всего, для спортсменов. Потому что для каждого спортсмена победить на таком мероприятии, получить эту золотую медаль – это, прежде всего, победа не только над окружающими, но и над собой в том числе. Да? И это большой праздник, огромный. И нужно уважать, конечно, людей, которые преодолевают себя. И мне кажется, вот этой всей шумихой вокруг Олимпиады принижают подвиги каждого спортсмена. Я считаю, что это подвиг. Выходить на такое соревнование и показывать результат.